Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Математика. 6 класс». Авторы Мерзляк, Полонский и Кир. Нас спрашивают. Изобразите на координатной плоскости все точки с координатами x и y такие, что по цифре 1 x равно минус 3, а y – произвольное число. Что это значит? Это значит, если y равно 0, то x все равно равно минус 3. Если y равно 1, x равно все равно минус 3. Y равно минус 1, а x все равно минус 3. То есть это будет такая линия, которая удалена от оси y на 3 единичных отрезка. Это будет прямая. Начертим ее. Общее свойство всех точек, расположенных на этой прямой. У них x равно минус 3, а y любое. По цифре 2. Y равно минус 5, а x произвольное число. Итак, если x равно 0, то y будет равно минус 5. Если x равно 1, то y все равно будет равно минус 5. Если x равно минус 2, а y все равно равно минус 5. Поскольку у нас значения x могут быть любые, произвольное число, то получается, что это множество точек, которые удалены от оси абсцисс на расстояние 5 единичных отрезков вниз. А это будет прямая. На этой прямой изображены. Она состоит из всех точек, которые имеют ординату минус 5, а абсцисса у них произвольное число. Все, мы справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.